Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Кабан 25. Сегодня нахожусь в Туле на улице Мосина. Жду, пока здесь начнется небольшое мероприятие, которое обещали начнется в час по московскому времени. Сейчас уже без 15, пока стоят 4 полицейского, охраняют наш памятник Петру Первому, около оружейного музея он находится. Но вот пока ничего не происходит, ждем, когда все начнется. Обещали пряники, чай, также шапочки и символику Сочи. Ну, будем ждать. Ну, вот мы находимся там, где должно, в принципе, происходить это зрелище. Пока что вот тишина. Уже 10 минут. А больше никого. Стоят полицейские. Охраняют памятник. Все. Знаете, дорогие дамы и господа, с вами Кабан 25. Только что я узнал, что наше мероприятие пройдет не в час, а в 3 часа, потому что что-то у них там не получилось. Поменялось, может быть, планы, поэтому будем ждать до 3 часов. Не знаю, получится у меня сюда вернуться еще и в 3 часа, но сейчас мы перенесемся на площадь Ленина и посмотрим, что там происходит буквально за 4 часа до начала нашего маршрута и перехода в Киланос по нашему городу Туле. Вот так нормально, в принципе, уже лучше, по-моему, что-то изменилось. Ну вот вы сами видите, что происходит. Никого не пускают. Происходит репетиция. Так что приходим в 5 часов на площадь и ждем, что ж там будет. Спасибо, что смотрите Кабан ТВ. Пока.